Моим подписчикам и зрителям большой-большой привет. У нас раннее утро, мы едем собирать свой товар и остановились возле вот такого красивого, хорошего поля. Промышленное производство. И без лишних комментариев я вам покажу чужое поле. Ну, может быть, это интересно городским зрителям. И, как видите, здесь никакого не полива, никакого полива нет, это Прибалтика, мы надеемся только на дожди, никакого ограждения нет, вот тут сразу идет дорога, никто не портит, никто ничего здесь плохого не делает. Вот так растут поля. И сейчас я покажу еще там одно поле немножечко, продолжение с кинзой. Вот такой укропчик. Сейчас за ним нужно хорошо ухаживать, хорошо пропалывать все и очень быстро собирать, потому что туманы, росы. А здесь кинза. Вот такая маленькая, красивенькая. Ну, для кинзы, конечно, эта площадь очень даже хорошая. Но сейчас и осень. Не так быстро она зацветет. Ну, в общем-то, эти большие хозяйства, они знают, что делают. Все посеяно пневмоническими сеялками. Посмотрите, как все ровненько, как все красиво. И я с вами буду прощаться, потому что работа ждет. До свидания.